Вот наша панда опять съест что-то молодое, не вызревшее. Вернее, я знаю, что это. Это арбуз, который должен, ох, как хорошо расти в Белоруссии. Но, наверное, его тоже какой-то ковид покосил. Короче, нифига они не вызрели, эти арбузы. Для людей. Для собаки нормально все, видите? Просто великолепно для собаки арбуз созрел.